Меня зовут Иван, компания Arriva. Сегодня мы цепляем двухосный прицеп за автомобиль Volkswagen Touareg. Мощный внедорожник. Так, свет включили. Поскольку у нас фаркоп стоит выше, чем наше замковое устройство, а замковое устройство у нас регулируем по высоте. Прицеп у нас 30-й модели. Двухосный, стенд 1,10 м. Сейчас я переставляю замок на максимально верхнее положение для того, чтобы прицеп у нас был вертикальным. То есть прицеп был в горизонтальном положении. Значит, сняли мы замковое устройство. Получается, замковое устройство, значит, у нас вот здесь вот стоят втулки. Втулки. Втулки сняли, сейчас будем ставить верхнее положение. Для того, чтобы втулку засунуть туда, нужно вот такое приспособление сделать. То есть ключ. Ключ. Делается подкладка бумажная и втулка. Втулку мы засовываем в саму раму и будем сейчас крепить. Чет. Вот замок мы, значит, установили максимально верхнее положение. В таком положении устанавливается. Если что, вот вместо этого кронштейна можно установить трубу 40 на 80, либо 40 на 60. Значит, толщина самого дышла 3 мм, а трубу можно использовать четверку для большей жесткости. Все, прицеп подцепили. Фонари, как и говорим, у нас светит очень ярко, поскольку обработан специальным хромом. Специально загермечены, то есть никакой дождь, никакой ливень не пробьет эти фонари. Все работает у нас. Высота тента 1,10 м, 2,5 на 1,23 м. Впереди на крыльях тоже стоят катафоты. На Touareg тоже все работает. Значит, замковое устройство у нас было установлено в максимальное верхнее положение. Конечно, если грузить здесь больше тонны, то нужно будет немножко усилить. Вот. Пользователю предупредили. Вот такой у нас тягач. Такой автопоезд. По высоте прицеп не выше Touareg. Вот. Значит, ширина прицепа тоже не шире Touareg. Прицеп категории B с фактической грузоподъемностью 1 тонна. Все, всем удачи на дороге, доброго дня, доброй ночи точнее. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем желаю такого автомобиля. До свидания.